граммов творог, добавляем сахар, соль, ванильный сахар, убиваем яйца. И хорошо растираем все вилкой. Можно, конечно, перебить все блендером, но мне больше нравится, когда творог остается крупинками такими небольшими. Затем гасим соду уксуса, выливаем ее в творожную массу и добавляем просеянную муку. Теперь все хорошо перемешиваем до однородного состояния. Хорошенько вымешали, вот такое тесто у нас получилось. Вязкое, плотное, но липнущее. Творог вбиваем в яйцо, добавляем соль, сахар, ванильный сахар, муку и хорошо перемешиваем. В емкость подходящего размера выливаем кефир, всыпаем соду и хорошо перемешиваем венчиком. Отставляем кефир с содой в сторонку. Берем миску, в которой будет удобно нам замешивать тесто. Вбиваем туда яйцо. Добавляем сахар, щепотку соли. И взбиваем до появления пены. Затем вливаем наш кефир. Размешиваем до однородного состояния. И понемногу подсыпаем просеянную муку. Размешиваем, чтобы тесто получилось однородным, без комочков и густым, как сметана хорошая. Так, чтобы оно не лилось с ложки, а прям как падало. Вот такой консистенции тесто у нас получилось. Хорошо держится на ложке и аккуратно спадает. В миску всыпаем просеянную муку, соль, сахар, перемешиваем и постепенно вливаем воду. Размешиваем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Под конец вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Разбиваем в миску яйцо, добавляем сахар, соль, воду и хорошо размешиваем до однородного состояния. Подсыпаем немного муки, размешиваем, вливаем где-то треть молока, затем опять подсыпаем немного муки. Размешиваем, чтобы не было комочка. И так будем продолжать процедуру, пока не закончится мука и молоко. В конце замешивания теста вливаем подсолнечное масло. И тоже хорошо размешиваем.